Ресурсы Земли, пространственные, сырьевые и энергетические, имеют предел, к которому человечество стремительно приближается. Сегодняшняя промышленность нарушает естественные процессы и загрязняет окружающую среду вредными веществами. Сложившаяся ситуация ухудшается из-за использования человеком устаревших транспортных систем, которые являются одним из ключевых факторов техногенного загрязнения. Если экологическая обстановка не изменится в ближайшее время, существование человеческой цивилизации будет поставлено под угрозу. До точки невозврата осталось всего 2-3 поколения. Инжиниринговая компания «Закрытое акционерное общество «Струнные технологии» предлагает комплекс решений SkyWorld, способных предотвратить катастрофу. SkyWorld – это вынесение опасной составляющей земной индустрии на околоземную орбиту, развитие линейных городов, оптимизации транспортной инфраструктуры на Земле, создание комфортных и экологически чистых условий для жизни и возрождение Земли, пострадавшей от деятельности человека. В отличие от Земли, космос позволяет индустрии работать без ущерба для окружающей среды, при этом обеспечивая идеальные условия для производства, неисчерпаемые пространственные, сырьевые и энергетические ресурсы, невесомость и глубокий вакуум. SpaceWay – астроинженерная транспортная система многократного использования, позволяющая выводить в ближний космос миллионы тонн полезного груза за каждый рейс. SpaceWay позволит создать на орбите Земли новую инфраструктуру – научные лаборатории, электростанции, производственные кластеры и многое другое. Орбитальное производство открывает перед человеком новые возможности в металлургии, солнечной энергетике, добыче полезных ископаемых. Благодаря переносу вредной промышленности в ближний космос, на Земле станет возможным создание новых, более комфортных условий для жизни. Линейный город SkyWay – это форма расселения людей, распределения производственных, административных, культурных, финансовых и других объектов, пространственно объединенных в линию большой протяженности и связанных между собой высокоскоростным, безопасным и экологичным транспортом. Благодаря коммуникациям нового типа в городе создается комфортная жилая среда, которой поверхность Земли принадлежит пешеходам и зеленым растениям. Линейный город SkyWay может быть возведен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе. При строительстве линейных городов используется технология создания автономных, экологически чистых систем жизнеобеспечения – экодомов SkyWay. Такие конструкции обеспечивают бережное отношение к окружающему миру и разумное использование каждого сантиметра земли. За счет возобновляемых источников энергии в экодом поступают тепло, электричество и горячая вода. Для озеленения крыш, территорий вокруг домов, пустынь, а также территорий, пострадавших от деятельности человека, компания разрабатывает технологию производства гумуса, плодородной почвы черноземного типа, насыщенной полезными минеральными веществами. Гумус SkyWay позволяет значительно увеличивать плодородность, восстанавливать деградировавшие почвы, обеспечивая на них разнообразие флоры и возможность их использования в сельскохозяйственных целях. Благодаря размещению струнных магистралей SkyWay над поверхностью Земли и применению экологически чистых источников энергии, сводится к минимуму вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Выделенные транспортные линии и автоматические системы управления делают транспорт SkyWay наиболее безопасным для всех участников движения. SkyWay дает возможность быстро, комфортно и безопасно передвигаться в городе, между городами, странами и континентами. Первые шаги к воплощению идеи SkyWorld делаются уже сегодня. Над реализацией проекта транспортных систем SkyWay трудится коллектив единомышленников, более 700 человек. Дизайнеры, конструкторы, архитекторы и многие другие. Цикл работ по изготовлению подвижного состава осуществляет специальное конструкторско-технологическое бюро с опытным производством. Специалисты производственного комплекса проводят выпуск, тестирование и отладку технологических решений и основных ноу-хау SkyWay.
Начиная с 2015 года на территории Республики Беларусь функционирует экотехнопарк. Действующие центры инновационных разработок, демонстрации, испытаний, производства, сертификации и последующего совершенствования технологии SkyWay, а также развития агроэкотехнологий. Транспортные системы SkyWay – это начало реализации масштабного проекта SkyWorld, цель которого – сохранение планеты Земля для своих потомков.